it gets a little better. I see the wall that we can break down together. Stand strong, it gets a little better now. С чего начать-то? Да сначала и начни. Ну окей, ну... Как, пошла первая волна, да? Тут вам и первый серфер. Дел-то всего ничего. Нашел деревяшку или там льдину и начал кататься. Но кто попробовал один раз, подсел навсегда. Вообще-то еще совсем недавно все было не по-взрослому. Чуваки рассекали на больших, таких неудобных кондовых досках. Они, понятное дело, были первопроходцы. Но никто из них не визжал, какой должен быть серфинг. Пока не появился Большой Зи. А кто это такой Большой Зи? Кто такой Большой Зи? Это вы в точку попали, что меня спросили. Зи — это... Он наше все. Зи — это серфинг. Для него океан был создан. До него нафиг он был не нужен. А как он жил, не боялся жить. И смерти не боялся. Он приплыл к нам, когда я еще птенцом был. И это было самое крутое событие. Откуда взялся? Вдруг парит над волнами. Завис, как в невесомости. И ведь кому угодно мог подойти. Но подошел ко мне. И дает мне единственный, крутейший медальон Большого Зи. И говорит мне: ты, малыш, не сдавайся, ты до конца борись, это путь чемпиона. Вот это была личность. Все им восхищались, уважали его, любили.